здравствуйте. С вами Инспайр, и я хочу вам показать один баг в Майнкрафте. Скорее всего, не все его знают. Нашел его на планшете Nexus 7 первого поколения. Что ж, приступим. Так. Заходим в Майнкрафт. Play. Допустим. Ну, выживание, да? Выживание. Ждем. Так вот. Как видите, здесь у меня алмазная кирка, мотыга, меч алмазный, сет тоже алмазный, вот. Как всего этого я добился? Все очень просто. Все очень настолько просто, что вы даже поверить себе не можете. Вот, кстати, баг с сундуками. Берем, допустим, один алмаз. Один алмаз, там золото по одному. Все, короче, по одному. Вот. И идем в крафт тейбл. Находим вот блок of diamond. Как известно, нужно 9 диамантов, чтобы сделать блок. Ну, как вы видели, мы взяли всего лишь один. Могу еще раз зайти в инвентарь. Вот. Всего лишь один. Выбираем. Так, сделаем. Блок сделали. И iron блок. Вот. Теперь вы видите, у нас по одному блоку. Опять же, можно даже не выходить, просто для проверки, чтобы вы видели. И у нас появился раздел, то что можно у нас теперь скрафтить диаманты из блока. Мы нажимаем золотой блок и этот. Вуаля, 9 диамантов, 9 железа и 9 золота. На этом все. Могу, кстати, показать, допустим, так, где что. Вот. Забыл, как называется. Ага. Кварц. Взяли мы кварц. Незер кварц. Тоже идем в сундучок. Ой, не в сундучок. В этот. И видите, баг такой, то что единицу считает как за 16, когда делаются блоки. Тоже нажимаем. И тоже вуаля. У нас теперь есть кварц, кварцевый блок. Что еще? Также само можно взять. Сейчас покажу вам. Вот, книжки. Как вы видите, взял я одну книжку. И берем. А, у нас дерево уже есть. Окей. Теперь находим книжную полку. Вот. Как вы видите, дерево тут не считается. С деревом баков абсолютно нету. Но вот что касается книжек, там тоже. Просто нажимаем, крафтим. И вуаля. Вот он у нас блок, куда мы его поставим. Давайте. Не знаю даже. Сюда давайте. С чем еще баги? Кость. Так. Незер реактор. С этим багом я столкнулся, кстати, довольно-таки недавно. Решил, мне очень срочно нужно было сделать ад, то есть реактор. Это просто дом. Секундочку. Вот, мне просто нужно было сделать ад. И для этого, насколько я знаю, ставится же золото. 4 золота, блока золотых должно быть. Ну и вот. Ну и... что там, просто пытался я, крафтил, делал, и у меня было всего лишь 2 золотых блока. Ну и тут я просто, у меня был еще один золотой слиток, и я просто как бы решил проверить, чисто для себя. Зашел, смотрю, вот вижу типа 99, а, да, кстати, как вы видите, баг он увеличивает, то есть считает то, что... можно сделать золотых блоков много, потому что якобы слитков много. Хотя слитков на самом деле у нас 10, если вы видите. Оно считает около больше, чем 99. Ну, если мы скрафтим, то мы скрафтим всего лишь 2.
Хотя, кстати, у нас этот, у нас было 10 слитков, 9 пошло на один блок, и один слиток пошел на один блок. Вот такой вот замечательный баг. То есть можно крафтить абсолютно все. Вот, допустим, кстати, из этого, допустим, из нагрудников, штаны диамантовые. Вот, оно считается тоже как за один. Вот, можете проверить. Не тот сундук. Так, мы выложим. Оставим только один диамант, как вы видите. Больше диамантов нету. Кстати, блоки. Вот. И идем крафтить диамантовый нагрудник, допустим. Вот, как вы видите, пишет 16 из 8. Хотя на самом деле у нас он один. Вот, где он? Вот, 16 из 8. Просто нажимаем, пум. И у нас нагрудник, который, по сути, должен был крафтиться за 8 диамантовых слитков. Также можем с глоустоуном это сделать. Тоже точно такая же махинация. Насколько я понял, это, знаете, из какого-то вещества делается. Один глоустоун, вернее, пыль. Что еще, что еще, что еще? Секундочку, так. Ну, пока здесь больше, в принципе, ничего нету у нас. Так. Это все я, кстати, скрафтил. Никакие не программы, это все крафт. Я долго над этим занимался, допустим, над построением своего дома. Копал довольно-таки много, так, глоустоун, да? Ну, да, в принципе, все, у нас нету больше ничего, что крафтить. Окей. Идем. Глоустоун. Пум. Кстати, если здесь мы могли сразу превращать в, допустим, в диаманты туда и обратно, в блоки и в просто в слитки вот эти вот, то, допустим, с глоустоуном совсем по-другому. Как нам известно, чтобы сделать его, нам нужно 4 вот этого вот вещества. Вот. Но получается он у нас один, и скрафтить его назад уж никак невозможно. Нам приходится просто ставить его и ну, допустим, мечом. И разбивать. И с одного глоустоуна у нас получается 4 вот этого вот цвета пыли. Что ж, ребят, спасибо всем за просмотр. Всем удачи, всем пока.